«Синий трактор» представляет! О, привет, ребята! А мы с «Синим трактором» робота доделываем. Да, непростого робота. С помощью него можно много чего интересного сделать. Правда, он еще немножечко не готов, но так хочется попробовать проверить, что он из себя представляет. Но есть риск. Да ничего, давай, включай его. Сейчас еще немножечко. Ну, почти готово. Запускаем. Раз, два, три. Я робот. Я робот. Приступаю к своим обязанностям. С чего бы начать? О, да вот с этого обычного шуруповерта. Можно его как-нибудь доработать. Да, чтобы он не шурупы закручивал, а деньги делал. Чего-чего? Ха-ха, ну дает. Не ожидал такого от синего трактора. Но ради интереса можно попробовать. Итак, приготовились? Так, раз, два, три, запускаем программу. Я робот. Я робот. Приступаю к своим обязанностям. О, щекотно. О, по-моему, наш шуруповерт увеличился. Внимание, достаем. О, горяченький. Смотрите, это что-то очень необычное. Наверное, надо попробовать нажать на спусковой крючок. А, что это? А, смотрите, это же рубли. О, рубли. А если попросить доллары? Можно попробовать и доллары. А тебе что, рублей мало? Ну, просто хочу робота проверить. Ну, давай попробуем. Итак, засовываем в нашего робота наш приборчик и программируем. Я робот. Я робот. Приступаю к своим обязанностям. А, горячее. По-моему... Наш робот немножечко перегрелся. Ну ничего, надо проверить. Раз, два, три. Слушай, а что еще крупнее доллара? Евро, по-моему. Все-то он знает, а? Евро. Можно попробовать и евро. Чувствую, добром это не кончится. Я робот. Я робот. Приступаю к своим обязанностям. Совершенно горячее. По-моему, он точно перегрелся. Я даже боюсь. Не бойся, доставай лучше мои денежки. Чего-то нашего друга не узнать. Какой-то прямо стал жадноватый парень. Более-менее остыло. Можно попробовать. Итак, пробуем. Нажимаем. Ну, держись. О, работает! А теперь давай сделаем золото. Много золота и бриллиантов. Слушай-ка, делай-ка все сам. Не хочу я с этим связываться. Ну, пожалуйста, ну еще один разочек. Ну, ладно, ради друга. Поехали. Внимание, перегрев. Внимание, перегрев. Перегрев, опасность. А-а-а, моя рука застряла. Что делать? Не могу вытащить. Что это? Это что, моя рука? Похоже, робот перепрограммировал твою руку. Ага, ничего смешного. Что же мне теперь делать, а? Не знаю. Да ничего, смотри, сколько у нас денег. Давай купим нового робота. Ага, а я должен ходить с такой дурацкой рукой? Спасибо. Давай-ка лучше перезагрузим робота. И все. Перезагрузка, перезагрузка. Я робот. Я робот, приступаю к своим обязанностям. По-моему, получилось. Давайте скорее снова попробуем переформатировать мою эту руку. Раз, два, программируем. Вынимаем. О, ребята, смотрите. Все вернулось на круги своя. Все снова по-прежнему. Ура! Подождите, подождите. Да деньги-то не настоящие. 5000 дублей. Или дублей. А год 7997. По-моему, ты плохо собрал робота. Тебе еще нужно поучиться. Может, мне и нужно поучиться? Зато кое-кому нужно поменьше жадничать. Как же хорошо, что рука вернулась. А, робота мы еще соберем. Ну, ребята, еще увидимся. Здорово поиграли, правда? Пока. Пока.